Проект «Персонализированная модель образования» реализуется по всей стране. На данный момент участие в нем принимает 45 регионов. Это более 2500 образовательных учреждений. Среди них и 71 школа Тамбовской области. Мы подключились к проекту еще с момента его запуска в мае 2020 года. Основа проекта – школьная цифровая платформа. Заниматься на ней будут ученики с 5 по 8 класс. Сейчас она содержит 205 модулей и более 5000 заданий по математике, геометрии, русскому языку, обществознанию и другим дисциплинам. Кроме этого, учителя смогут размещать там свои упражнения. В Сосновской школе номер 2 новую платформу уже осваивают 17 учителей. Книга остается всегда самым важным элементом обучения, но оснащение и вообще процесс век цифровых технологий, конечно же, дает нам еще больше возможностей для обучения детей и использования не только печатных изданий, но и электронных. То есть это расширяет возможности наших детей для получения доступного, качественного образования. Заниматься на платформе можно и в школе, и дома со своего компьютера. А тем семьям, у которого его нет, бесплатно вручают приставки к телевизору. Эти смартбоксы получили 38 пятиклассников Сосновской школы. Они поступили из компьютерного центра управления образованием и науки Тамбовской области. Очень рады такому подарку. Очень хорошая помощь в современном мире. Потому что если обучаться по-старому, это уже невозможно. Благодаря этим инновациям мы будем идти вперед, но со временем. Будем изучать. Мы рады, что попали в этот проект. И будем заниматься. А ты что думаешь, интересно, новый гаджет какой-то появился? Мне очень интересно, хочу испытать, что там есть в смартбоксе, смотреть, что там будет, обучаться. Что, давай попробуем. Открывай. Подключить приставку довольно просто. В красивой коробочке учеников и родителей ждет смартбокс, небольшая клавиатура и инструкция. Однако она, скорее всего, не понадобится. Папа нашей пятиклассницы Анастасии разобрался с первой попытки. Вот мы поставили, такая картина у нас появилась, загрузка последней версии системы. С 1 сентября нам сказали, что это активируется. В сборке очень легкий, очень простой, очень удобный. Все на русском языке, все понятно. Надеемся, что будет очень интересно, будем ждать, чем лучше остальные программы. Ждем с нетерпением. С таким же энтузиазмом запуск платформы ждет и Настя. Она уже начала придумывать свой план занятий. Это, кстати, сделать вполне реально. Процесс обучения будет персонализированным, и ученики будут выполнять задания, которые интересны именно им. Я жду побыстрее сделать математику, потому что мой любимый урок – это математика. Буду там решать примеры, какие-нибудь там задачи. Будем соревноваться с одноклассниками, кто больше премьеров решит. Свой комплект в этом году получит 657 учащихся области. Платформа повысит у школьников интерес к обучению и поднимет образование на новый уровень. Мария Шумейкина, Станислав Попов, Ольга Кириллова. Область новостей.